Формирование правительства Хакасии продолжается. Сегодня сделано 6 назначений. На посту министра здравоохранения остался Владимир Костюш. Также продлены полномочия начальника управления по делам ГО и ЧС Николая Старкова, председателя Госкомитета по охране животного мира Владимира Лебедева и руководителя Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Дмитрия Левченко. Еще 2 человека получили предложение возглавить министерство. Строительством и ЖКХ теперь в Хакасии будет управлять Илья Кононенко, а главным по спорту стал Владимир Кретов.